Друзья, всем привет! Сегодня у нас суббота, 21 мая. Вот в очередной раз приехали на нашу Угрюм реку. Смотрите, как ушла вода, где-то уже метра полтора. Хотим сегодня попробовать половить карасиков в надежде на карася. Он должен сейчас уже с икрой быть. Ну, а там посмотрим, что нас ждет. Так что смотрите, думаю, будет интересно. Сегодня попробую три варианта ловли. Сперва сейчас пока раннее утро, сейчас где-то часов 7 утра порыбачу на донку. Потом испытаю свой поплопопер, который делал недавно. Там ролик у меня есть на канале. У нас еще идет нерестовый запрет. Можно рыбачить только на одну снасть. Поэтому я сегодня приехал налегке. Обычная палка китайская, там рублей 200 стоит. Ну, катушка, конечно, не из дешевых. Вот такой вот сигнализатор сделал. Вот такая вот речка. Красота, птички поют. Все замечательно. Как всегда, буду рыбачить на свою вот такую вот годами проверенную любимую снасть. Грузило, кормушка и два крючка. Вы уже, я думаю, если смотрели мой канал, не раз видели это в виде. То есть это вот у меня будет сейчас доночка. Ну, а чуть-чуть потеплеет, когда вода. Попробую порыбачить на свой поплопопер, который недавно сделал, еще ни разу даже в воде не мочил. Взял с собой червей, опарышей. И тоже вот на днях делал вот такое вот сало. Тоже видеоролик у меня есть на канале. Сейчас попробую на него и на червя. Потом, если что, переоденусь на опарыша. Прикормочка вот такая вот у нас Дунаев. Карп, карась, сазан. В принципе, уже испытанная. Работает неплохо. Друг мой тоже рыбачит на доночку. Пока на червя, да? То есть, ну, у нас по классике. Самый ходовой здесь это дождевой червь. Вот на верхний крючочек один усало. К сожалению, пенопласт забыл. Может быть, сейчас по берегу похожу, найду. На нижний крючок одену червячка вот такого жирного. Надевать его буду. Вот так вот. Наматываю. Немного прикормочки. Все, друзья, приступаем к рыбалке. Кидать буду чуть-чуть дальше середины, ближе к тому берегу. Вот так вот. Сделал вот такой вот сигнализатор. Так вот его зацепим. Он получается и свингер заодно, и колокольчик. Вот друг уже первую рыбину тянет. Пацак. А? Вот он, первый карасик на сегодня. Неправильный карасик. А, за пузо поймался. Ну поймался же. Ну вот с почином. А я только-только расположился. Казасика вон соседи поймали. У нас пока тишина. Итак, друзья, прошло уже где-то полтора часа. Поклевочки пока что идут. Ну, такие слабенькие, вяленькие. Скорее всего, ёршик подалбливает. Ну, если бы хотя бы ёршик клевал, он бы зацепился. Крючки у нас большие. Идем дальше. Как бы солнышко уже встало, хорошо, жара начинается. Скоро буду пробовать на поплопопер, наверное, рыбачить. Вот, друзья, уже начинается жара, вода немного прогрелась. Попробую сейчас порыбачить на вот этот вот поплопопер, который я недавно делал. Насадил пару опарышей. Поводочек сделал где-то около 30 сантиметров. Сейчас попробую. Спиннинг ультралайт. Маленькая катушечка. Посмотрим. То есть вот так вот забрасываете. Вот сразу, смотрите, смотрите, сразу же поклевки. Резко дернул. Чуть-чуть, вот пока по течению идет, вот так вот поддергиваете. Он булькает. Тем самым приманивает рыбу. Смотрите, друзья, вот он первый трофей на поплопопер. Вот такая вот
И заглотил это по-настоящему, прям за губу, все как надо. Кто это? Это будущие шпроты. Это будущие шпроты. Не успел заснять, конечно, но... Можно попробовать на живца сейчас половить. Вот, друзья, кидаю почти к тому берегу. Закинул. И вот по течению поплопопер этот плывет. Чуть-чуть раз. Поддергиваешь. Он немного булькает. Тем самым приманивая к себе рыбу. Ха, вот еще один попался. Вот это вот уже, да. Вот это вот уже наш размерчик. О, вот это вот уже уклеечка. Вот таких ведерочка, друзья, такой офигенный закусон к пивасику вяленая она получится. Итак, время уже обед. С утра только вот одного карася вдруг поймал. У меня было пару поклевок. Ну, сидим до вечера, может быть, к вечеру клев начнется. Место вроде закормили. Вот, друзья, не успел заснять. Вот это вот сегодняшний мой первый трофей. Вот этот что-то вообще хорошо сопротивляется. Сейчас, подожди. А, нет, карась. Фан, карась, карась большой. Нормально. Блять, извини, снял, конечно, как попало, но... Ладно, нормально. Вот, друзья. Вот. Вот это вот уже карасище. А, сейчас. Ну вот, сравним. Да. Вот это вот уже хороший трофейчик. Ну вот, друзья, за сегодня второй мой трофейчик. Сейчас видели, как я его доставал. Вот такой вот карасик. Это уже вообще отлично. Он больше килошник. Да, наверное, килограммчик есть. Так что рыбалка сегодня уже удалась. Настроение резко улучшилось. Сидели полдня, вообще нифига не клевало. А сейчас вроде поперло. Рыбачим дальше. Друзья, обратите внимание. Ни колокольчик, ни свингер вообще не двигается. Чуть-чуть вообще дергается кончик. Вот сегодня вот такие поклевки вялые карася. Он еле-еле заметно. Тут главное не проворонить поклевочку. Вот сейчас подтягивает чуть-чуть, по-моему, да? Вот, друзья, еще кто-то попался. Опа, стоять. Похоже, под сак надо будет. Вот, друзья, третий карасик за сегодня. Ну, тоже такой довольно нехилый, я вам могу сказать. Вот. С пузиком, видать, с икрой. Смотрите, какая красота. Ну что, друзья, время уже обед, ближе к вечеру. Жарища неимоверная началась. Будем собираться потихонечку домой. Сегодня не сказать, что с пустыми руками там. Вдруг у меня поймал всего лишь одного карасика. Ну, так получилось. У меня три клюнуло. Вот сейчас покажу их. Вот. За сегодняшний день мои трофеи. Вот этот вообще шикарный. Ну, два поменьше. Так что все равно на сковородочку даже больше я уже наловил сегодня. День проведенный не зря. Вот, друзья, домой только-только собрались. Ох ты! Домой собрались. Крупняк попер. Вот, крупняк попер. На посошок, так скажем. Я уже начал снасти сматывать. Смотрю, колокольчик немного дергается. Такой вот ёршик, он даже заглотить не успел. Вот, друзья, как тут домой уйдешь, блин? Опять кого-то зацепил. Ой, кстати, плохо идешь. Подожди. Опа. Вот. Все, дома. Еще один карасик. Подожди, камера не видно. Вот такой вот. Не сильно большой, но есть. А мы уже начали упаковываться. Я так спиннинг оставил. Вот такой карасик. Тихо-тихо. Крайний. Не факт, что крайний. Мы еще сидим пока что. Бескрайний. Потихоньку собираемся. Это вот бескрайний карась. Да. Вот такой вот красавчик.
друзья, уже вот доставал спиннинг. И вот уже прямо перед самым уходом последняя поклевка. Вот еще вот такой вот карасик мне попался. Уже сачки, подсаки все собрали. За самую-самую. Да, за самую вообще губочку маленькую. Только присосался. Ну, вот пятый сегодня мой. Ладно, вообще рыбалка огонь. В принципе, сегодня как планировали на карася поехать, так практически одних карасей поймал. Зацепился вот такой вот маленький ёршик. Ну и как вы видели, я на поплопопер еще поймал двух небольших уклеечек. Ну я их, конечно же, сразу же отпустил. Это было просто испытание той снасти, которую я сделал. В принципе, она рабочая, как вы видели. Время где-то часа 4 вечера. С утра вообще ничего не клевало. Ближе к вечеру там, ну, чуть-чуть начало, начались поклевочки. Ну, в принципе, жара такая невыносимая. Так что поехали мы домой. Всем пока и до новых встреч.